Мэри и Октай являются главными героями данного сериала, которые собирались пожениться, пока неожиданные обстоятельства не встревают в их отношения. Октай – молодой прокурор, его ждет блестящее будущее, однако он совершает наезд на одну женщину и малодушно убегает с места преступления, когда та умирает. Теперь его карьера, вся жизнь может пойти под откос. Мэри, безумно любящая Октая, берет на себя ответственность за эту аварию, она сядет в тюрьму. И вот Мэри, отсидев срок, возвращается на свободу. Она была девушкой чистой, наивной, добродушной, всеми любимой, но при выходе из тюрьмы на ней теперь клеймо убийцы, и есть тот, кто желает отомстить за убитую женщину. Тысячи поклонников ожидают выхода третьей серии из турецкого сериала «Мэриэм», премьера которого назначена на 17 августа. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем до встречи, пока!